Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня тема нашего вебинара посвящена актуальной теме, которая называется сахарный диабет. Нозологическая форма, вернее, называется сахарный диабет. И сегодня мы немного поговорим о том, что же это за нозологическая форма. Но перед тем, как мы будем разбирать основные проявления сахарного диабета, мы познакомимся с эндокринной функцией поджелудочной железы, именно с проблемами поджелудочной железы, и связано это заболевание сахарного диабета. Мы разберем только основные аспекты этого заболевания, так как проблема довольно большая, и в рамках одного вебинара разобрать все, что связано с этой проблемой, просто невозможно. Итак, значит, начнем мы с эндокринной функции поджелудочной железы. Поджелудочная железа – это железа нашего организма, которая является железой смешанной секреции, потому что в ней выделяют как бы два отдела. Первый отдел – это тот аппарат, который выполняет экзокринную функцию и участвует в продукции сока поджелудочной железы, который выделяется в 12-перстную кишку и непосредственно принимает участие в процессах пищеварения. Этот сок содержит большое количество ферментов, которые помогают усваиваться белкам, жирам и углеводам. А другой же аппарат поджелудочной железы называется эндокринный. И называется он так, потому что вырабатывает гормоны. Гормоны, которые выделяются в кровоток. И основными гормонами являются два гормона поджелудочной железы. Это всем известный гормон инсулин и его антагонист – это гормон глюкагон. Вот это два основных гормона, которые контролируют уровень глюкозы в крови. Теперь давайте остановимся на том, какова же норма, каков нормальный показатель уровня глюкозы в крови. Как видно из представленного слайда, в норме в периферической крови здорового человека уровень глюкозы составляет от 3,3 до 5,5 ммоль на литр. Соответственно, отклонение в ту или иную сторону мы будем уже рассматривать как состояние гипермного и гипомало гликемии. Итак, значит, что же такое глюкоза? Зачем она вообще нужна нашему организму и, так скажем, какое функциональное значение выполняет? Нужно сказать, что глюкоза относится к простым углеводам, и глюкоза является основным источником энергии для человека. Вот все то, что мы съедаем, вся пища, которая поступает к нам в организм, из этой пищи наш организм извлекает все, что ему необходимо. Это непосредственно белки, которые идут для строительства новых клеток. Это жиры, которые обеспечивают нам строение клеточной мембраны, целостность клеточной мембраны. Также участвуют в синтезе определенных гормонов. Это глюкоза, которая является источником энергии. Правильнее мы будем говорить, что глюкоза является источником быстрой энергии, потому что жиры – это тоже источники энергии, но это источники энергии не быстрой. Чтобы организм быстро и мгновенно получил энергию, для этого нужно, для того, чтобы в организм поступала глюкоза. И если посмотреть на весь состав, который мы получаем с пищи, белки, жиры и углеводы, то примерно в сутки в 4 раза человек получает больше углеводов, чем белков или жиров. Но глюкоза в чистом виде в организм не поступает, она поступает в виде сложных соединений, которые называются полисахариды. Полисахариды самыми распространенными и известными являются такие, как крахмал, это соединение растительного происхождения, и полисахарид животного происхождения – это гликоген. Все такие вот сложные углеводистые компоненты поступают в организм вместе с продуктами питания. В дальнейшем в желудочно-кишечном тракте углеводы, сложные углеводы, расщепляются до простых соединений, так как задача всей системы пищеварения – из сложного получить простое.
Это необходимо для того, чтобы монокомпоненты непосредственно затем из желудочно-кишечного тракта поступали в кровь. Итак, влиянием ферментов, которые в основном работают с глюкозой в 12-перстной кишке, это ферменты сока поджелудочной железы, о котором мы сейчас говорили, это ферменты кишечного сока, происходит образование мономеров, то есть из сложных компонентов полисахаридов формируются мономеры или моносахара. Значит, самым распространенным, так скажем, мономером углеводов является глюкоза и составляет примерно около 80% от всех моносахаридов. Глюкоза – это единственный источник энергии, который обеспечивает работу практически всех клеток нашего организма, но особо выделяем эту работу мышечных клеток, то есть мышцы поперечно-полосатые или скелетные, благодаря которым мы двигаемся, они нуждаются непосредственно в поступлении глюкозы. Это эритроциты, красные кровяные тельца, это клетки крови. И это, конечно же, нейроны, клетки головного мозга. Нужно сказать, что клетки головного мозга, для них основным источником питания является глюкоза. И отсутствие глюкозы приводит к тому, что эти клетки могут погибнуть, так как они самостоятельно ее не синтезируют. Для того, чтобы обеспечить нормальную функцию центральной нервной системы, то есть головному мозгу непосредственно и спинному, в организме уровень глюкозы должен поддерживаться на уровне не ниже 3 ммоли на литр. Вот этот показатель, не ниже 3 ммоль на литр, как раз и обеспечивается регуляторными механизмами. К этим регуляторным механизмам относится работа двух гормонов основных, которые мы назвали. Это инсулин и глюкагон. Итак, если мы посмотрим общую схему, то мы увидим следующее. Пища, которую съедает человек, содержит в себе, в частности, и углеводы, которые поступают в желудочно-кишечный тракт, а образуют глюкозу. Здесь указана норма глюкозы несколько в других единицах, которые исчисляются миллиграмм-процент, но принято в клинической практике глюкоза, измерение глюкозы в миллимоль на литр. Тем не менее, нам интересны общие, так скажем, схемы развития событий. Итак, глюкоза, которая находится в крови, она непосредственно принимает участие в метаболизме тканей организма. Непосредственно, ее основное, так скажем, значение – это метаболизм в структурах головного мозга. Если глюкозы поступает много, то есть больше, чем это нужно, то организм откладывает ее в депо. И формируется так называемое депо глюкозы, то есть запас глюкозы, который существует у нас в организме в двух местах. Первое место – это печень. Здесь откладывается гликоген печени. И второе место – это гликоген в мышцах. За счет того, что избытки глюкозы откладываются в депо, происходит, так скажем, поддержание определенного уровня глюкозы крови. При необходимости из этих депо глюкоза извлекается и идет непосредственно на метаболические процессы. Давайте обратим внимание, что на этой схеме еще есть одна стрелка, которая показывает на то, что глюкоза может появиться в моче. Сразу оговоримся и скажем, что в норме глюкозы в моче нет и быть не может. И если глюкоза появляется в моче, это проявление, которое называется глюкозурия, это уже такой манифестный признак нарушения регуляции уровня глюкозы крови. Это один из признаков сахарного диабета. И появление глюкозы в крови может быть в том случае, если показатель глюкозы будет больше, чем 10 ммоль на литр. То есть, если мы говорим, что норма до 5,5, то повышение глюкозы до 6,7 ммоль на литр, что бывает совершенно здорового организма после того, как он поел, уровень глюкозы крови, конечно же, увеличивается, это совершенно нормальное явление, но в течение 2 часов уровень глюкозы крови должен вернуться к своим нормальным значениям. Так вот, если уровень глюкозы крови повышается до 6, до 7, до 8, 9, то глюкозы в моче не будет. А вот когда происходит превышение почечного порога по глюкозе
10 и более глюкоза появляется в моче. Итак, уровень глюкозы постоянный, является константой, то есть постоянным показателем нашего организма, поддерживается в основном двумя гормонами основными, это, как мы сейчас сказали, инсулин и глюкагон. Они между собой антагонисты, то есть работают в совершенно противоположных направлениях. И если поступают избытки глюкозы, вот здесь видно на представленной картинке, избытки глюкозы, тогда начинает работать гормон инсулин. И инсулин способствует тому, ну, мы будем об этом чуть позже говорить, что он способствует доставке глюкозы каждой клетки организма, но при избытке он переводит ее как раз в гликоген. А второй гормон – это гормон глюкагон. Он будет работать в том случае, если уровень глюкозы крови снижается, и, соответственно, нужно поддерживать его на необходимом уровне. Тогда гормон глюкагон, наоборот, расщепляет гликоген, который находится в депо, переводит свободную глюкозу, и уровень глюкозы крови таким образом поддерживается на определенном уровне. Следующее. Помимо гормонов, которые мы сейчас назвали инсулин и глюкагон, есть еще другие гормоны нашего организма, которые также участвуют в регуляции уровня глюкозы. Давайте посмотрим. Здесь у нас представлено два столбика. И посмотрим, как неравномерно распределено количество гормонов в этих двух столбиках. Нужно сказать, что единственный гормон, ну, не будем обращать внимание на гормон соматотропин, соматотропный гормон, он ведет себя по-разному в зависимости от его концентрации. Обратим внимание, что в том столбике, который представлены гормоны, направленные на запасание, это только один единственный гормон инсулин. Действительно, инсулин – это единственный гормон нашего организма, действие которого направлено на понижение уровня глюкозы крови и на формирование запасов глюкозы. Если мы посмотрим на второй столбик, где перечислены гормоны, которые участвуют в расходовании запасов, то есть их задача – повышать уровень глюкозы крови, этих гормонов гораздо больше. На первом месте, конечно же, антагонист инсулина – это гормон глюкагон. Далее, это всем известный гормон адреналин, который вырабатывается мозговым веществом надпочечников. И этот гормон еще называют гормоном стресса. Также это гормон кортизол, который относится к группе глюкокортикоидов. Многие, наверное, тоже слышали это название. Он тоже вырабатывается в надпочечниках, но только уже в корковом веществе. И это тоже гормон, который активно работает во время стрессовых реакций. Следующий гормон – это гормон тироксин, это гормон щитовидной железы. Его уровень в крови повышается также во время стресса. Таким образом, напрашивается вывод, что любая стрессирующая ситуация, которая требует от организма мобилизации всех его ресурсов, требует дополнительные источники энергии. Основным быстрым источником энергии является глюкоза. Поэтому вот так эволюционно заложено, что большее количество гормонов повышают уровень глюкозы крови, который необходим как источник энергии в каких-то экстремальных условиях. Итак, два гормона, инсулин и глюкагон, вырабатываются в поджелудочной железе, вырабатываются в особом месте, которое называется, так название по автору, это островки Лангерганса, это особые клетки, которые делятся на два вида, это бета и альфа клетки. Бета-клетки островков Лангерганса, они секретируют гормон инсулин, альфа-клетки островков Лангерганса инсулин продуцируют гормон глюкагон. Что же делает инсулин? Так как именно развитие проблемы, связанные с сахарным диабетом, именно в основном связаны с его абсолютной или относительной недостаточностью. Инсулин, основная его задача – перевести глюкозу, которая находится в крови, в клетку. То есть поспособствовать тому, чтобы глюкоза перешла через мембрану и оказалась в клетке.
А там уже в клетке глюкоза будет использоваться, значит, по назначению, да, либо это источник энергии, как правило, да, это основной источник энергии, то есть в метаболических процессах. Таким образом, под влиянием инсулина усиливается проницаемость глюкозы для проникновения ее в клетку. Глюкагон, наоборот, он способствует тому, что расщепляет гликоген, который, допустим, находится в печени и в мышцах, и образует свободную глюкозу, таким образом переводя ее в кровоток. Вот теперь на представленном слайде давайте посмотрим, что происходит в организме в норме и что происходит при сахарном диабете. Итак, кишечник, в котором находится глюкоза, вот она здесь продемонстрирована. Из кишечника глюкоза должна поступить, соответственно, в кровеносное русло, она всасывается. И здесь же в кровеносном русле работает гормон инсулин. Что делает инсулин? Он транспортирует, помогает, облегчает перенос глюкозы непосредственно из крови в клетку. Все, глюкоза в клетке. Здесь она идет на метаболические процессы. Что происходит при отсутствии инсулина, при сахарном диабете? Глюкоза, которая поступает в кишечник, которую с пищей поступила в организм, дальше поступает, всасывается в кровеносное русло, но обратите внимание, здесь нет инсулина. Инсулиновая недостаточность. И, соответственно, глюкоза теперь не может проникнуть в клетки. Нет того транспортера, нет того механизма, который переводит глюкозу в клетки. И получается своего рода парадокс. В кровеносном русле глюкозы много, но глюкоза в клетку не поступает. Клетка испытывает голодание. Так называемое, значит, голодание по глюкозе на фоне такого вот изобилия глюкозы в крови. Таким образом, уровень глюкозы крови, конечно же, будет повышен. Гормоны, которые мы сейчас с вами назвали, это еще раз давайте посмотрим. Адреналин активирует мобилизацию гликогена. Это глюкокортикоиды, которые мы назвали, это кортизол, который также повышает уровень глюкозы крови. Это гормон щитовидной железы, тироксин, триодтиронин, которые также способствуют, значит, стимулируют процесс гликогенолиза, то есть расщепление гликогена. И все это способствует повышению уровня глюкозы крови. Таким образом, любые стрессовые реакции, особенно если эти стрессовые реакции являются хроническими, способствуют повышению уровня глюкозы. Есть даже такое понятие стероидный диабет. Стероидный. Глюкокортикоиды – это стероидные гормоны. Это гормоны, которые работают во время выраженной реакции стресса, длительно, так скажем, текущем стрессовом воздействии. И вот эти гормоны, как мы теперь выяснили, тоже повышают уровень глюкозы, поэтому стойкое повышение глюкозы в этом случае будет не проблема, связанная с эндокринным аппаратом поджелудочной железы, а проблема, связанная непосредственно с гиперпродукцией глюкокортикоидов, стероидный диабет. Мы сегодня будем говорить о сахарном диабете в том классическом понимании, в котором мы его знаем. Итак, что же такое сахарный диабет? Это заболевание, которое известно очень давно. Это хроническое заболевание, которое развивается, как вы видите, вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона поджелудочной железы инсулина. То есть в любом случае это заболевание, которое в той или иной мере связано с недостатком инсулина, либо с невосприимчивостью клеток к этому гормону. В связи с этим сахарный диабет подразделяют на два типа. Выделяют сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет первого типа, его еще по-другому называют диабетом молодых, потому что этот диабет чаще всего обнаруживается в детском возрасте, ну или в подростковом. Нужно сказать, что это вот такое тяжелое проявление диабета. Так вот, если говорить о сахарном диабете первого типа, то при этом диабете происходит гибель бета-клеток, вот тех самых островков Лангерганса поджелудочной железы, которые продуцируют гормон инсулин. То есть гибнет
та клетка, которая дает организму инсулин. Соответственно, количество инсулина будет снижено и не будет того механизма, который переводит глюкозу из крови в клетку. Вот что такое сахарный диабет первого типа. Сахарный диабет второго типа. Он развивается у людей, конечно, уже такого зрелого возраста. Как правило, этот диабет развивается после, чаще у 40 лет, хотя нужно сказать, что в настоящее время на земном шаре существует уже эпидемия диабета, потому что очень распространяется это заболевание, и этим заболеванием страдает большое число населения. Поэтому есть такое понятие, как омоложение болезни. Так вот, диабет может развиваться, если раньше этот диабет считался диабетом пожилых, то теперь посмотрите, он может развиваться у людей довольно молодого возраста, молодого, зрелого возраста, это 30-40 лет. Ну, нужно сказать, что так диабет второго типа, как правило, развивается у людей, которые страдают избыточной массой тела. При этом поджелудочная железа вырабатывает инсулин, бета-клетки синтезируют его, он выделяется в кровь, но те клетки, которые воспринимают, то есть рецепторы, да, на жировых клетках, на мышечных клетках, на клетках печени, куда инсулин переводит глюкозу, они становятся нечувствительны к этому гормону и не реагируют на его присутствие, а значит, инсулин не может оказывать своего эффекта полностью. То есть снижена чувствительность клеток, снижена чувствительность рецепторного аппарата клеток к инсулину. И опять же результат тот же самый. Глюкоза не переходит в клетку, и она остается в крови. Таким образом повышается уровень глюкозы крови. Вот на этом слайде видно статистику распространения сахарного диабета. Это статистика по Российской Федерации. Ну, как мы видим, что, конечно же, преобладает сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет первого типа значительно реже встречается. А второго типа преобладает. Посмотрите, более 3 миллионов населения страдает этим заболеванием. Но вот такое грозное, да, серьезное заболевание, сахарный диабет, как бы этот диагноз ставится не сразу. И существует несколько вариантов уровня регуляции глюкозы крови. И сейчас мы увидим, что есть нормальная регуляция, есть ситуация пограничная, и вот на ней я хочу остановиться. Эта пограничная ситуация называется преддиабет. То есть пограничное состояние между нормой и патологией. То есть между нормальной регуляцией уровня глюкозы и нарушением регуляции глюкозы крови. Значит, что бывает при преддиабете? Поджелудочная железа продолжает вырабатывать инсулин, но он вырабатывается либо в меньших количествах, либо снижается чувствительность клеток, снижается восприимчивость клеток к этому гормону. Люди, у которых устанавливается диагноз преддиабет или нарушение толерантности к глюкозе по-другому, они находятся в группе риска по развитию сахарного диабета второго типа. Это состояние преддиабета, его можно контролировать. И эту ситуацию можно контролировать таким образом и не дать развиться непосредственно самому уже сахарному диабету. Но для этого, когда выявлено нарушение углеводного обмена, конечно же, человек должен полностью изменить свой образ жизни и характер, образ своего питания. И вот именно изменение этих двух, так скажем, направлений, это образа жизни и диеты, может нормализовать углеводный обмен и препятствовать развитию сахарного диабета. Итак, если мы посмотрим, то в регуляции уровня глюкозы как раз вот выделяют нормальную регуляцию, да, глюкозы крови.
Это состояние пограничное, которое мы назвали сейчас преддиабетом, то есть нарушение толерантности, восприимчивости к глюкозе. И это уже непосредственно сама патология, сахарный диабет первого либо второго типа. Норму глюкозы крови мы сейчас выяснили. Да? Натощак периферической крови уровень глюкозы составляет от 3,3 до 5,5 ммоль на литр. Когда мы говорим о преддиабете? Тогда, когда уровень глюкозы крови, конечно же, повышается. И натощак уровень глюкозы крови составляет, как вы видите, 6,1-6,9 ммоль на литр. То есть больше, чем 5,5. Следующим критерием, который определяет регуляцию, нарушение регуляции глюкозы, имеется такой тест, который мы сейчас разберем, называется толерантность к глюкозе. Так вот, наблюдается нарушение толерантности к глюкозе, которое в общих чертах заключается в следующем, что если произвести нагрузку глюкозой, а нагрузка глюкозы довольно очень серьезная, человеку натощак дают выпить 300 мл раствора с 75 граммами глюкозы, это довольно-таки серьезный, так скажем, концентрация, то, конечно же, после такого количества глюкозы уровень сахара крови повышается, но уровень сахара крови должен в норме через 2 часа снизиться до первоначальных значений, либо не превышать значение 7,8. Если же мы говорим о нарушении толерантности к глюкозе, то через 2 часа у таких людей уровень глюкозы крови не возвращается к исходным значениям, и он больше, чем 7,8, но при преддиабете это значение не превышает 11 ммоль на литр. Это показатели, которые через 2 часа. Так вот, данные уровня глюкозы натощак, данные теста на толерантность к глюкозе дают, так скажем, возможность говорить о том, что нарушается регуляция углеводного обмена, и это является критериями для постановки уже диагноза преддиабет. Итак, давайте посмотрим, и я сейчас расскажу, что мы увидим вот на этой таблице. Итак, еще раз. Глюкоза крови натощак, состояние нормальное, да, она должна быть меньше 5,5 ммоль на литр. Если это преддиабет, то это показатели до больше 5,5, но до 6,9 ммоль на литр. Если это уже идет полное нарушение углеводного обмена, если мы говорим уже непосредственно о сахарном диабете, показатели глюкозы крови будут больше, чем 6,9 ммоль на литр. Если же мы говорим о нагрузочном тесте с глюкозой, еще раз, 75 грамм глюкозы нужно выпить человеку натощак, и, соответственно, изменение глюкозы крови можно здесь четко последить. Да, в норме. У человека с нормальной регуляцией уровня глюкозы этот показатель либо вернется к первоначальным данным, но никогда не будет больше 7,8. У человека с нарушением углеводного обмена этот показатель будет через 2 часа в пределах 7,8, 10,9, ну то есть 11, не более 11. Если же это уже идет речь о сахарном диабете, то показатель через 2 часа будет 11 ммолей и больше. Вот диагностические критерии трех состояний. Норма, преддиабет, диабет. Все, что мы сейчас с вами сказали, можно отобразить графически. Вот, значит, давайте посмотрим. Норма. Изначальный показатель глюкозы составил где-то 4,8. Максимум подъема глюкозы после, значит, нагрузки глюкозы, да, 75 грамм, будет наблюдаться где-то через час. И вот максимум подъем, ну, составляет где-то примерно 6,7-6,8. Но ровно через 2 часа уровень глюкозы крови вернулся к своим первоначальным данным. Вот оно состояние преддиабета. Показатель до, 6. Максимум также через час. И возвращается, снижается
но, как мы видим, к первоначальному значению не вернулось, но и не больше 11. И вот он уже непосредственно диабет. Изначальные цифры высокие, около 8. Затем идет, конечно же, повышение уровня глюкозы. И через 2 часа высокий уровень глюкозы сохраняется, он 11 и более. Вот что такое тест на толерантность глюкозы. Следующим диагностическим критерием, который оценивает углеводный обмен, является определение количества в крови гликированного гемоглобина. Гликированный гемоглобин – это соединение гемоглобина и глюкозы. В норме этот показатель, который измеряется, как вы видите, в процентах, не должен превышать показатель 5,7. Вот если этот показатель от 5,7 до 6,4, то это говорит о том, что данный человек находится в группе риска по развитию сахарного диабета, но нарушение углеводного обмена у него есть, но это состояние, которое мы характеризуем, опять же, как преддиабет. Если же показатель гликированного гемоглобина составляет больше 6,5, то, соответственно, здесь уже идет полностью нарушение глюкозы, регуляции уровня глюкозы, и здесь уже ставится диагноз сахарный диабет. Каковы основные проявления этого заболевания? К основным проявлениям относятся следующие. Нужно сказать, что глюкоза является очень осмотически активным веществом. Осмотически активное вещество тянет на себя всегда воду. Поэтому, если уровень глюкозы крови повышается, а мы сегодня сказали, если он становится больше, чем 10, это почечный порог по глюкозе, то почки начинают выводить излишки глюкозы из организма и появляется, соответственно, такое проявление, как глюкозурия. То есть, дословный перевод, глюкоза в моче, сахар в моче. Глюкоза – осмотически активное вещество. Если оно выделяется с мочой, то, соответственно, тянет, будем так говорить, за собой воду. Поэтому у больных, страдающих сахарным диабетом, одним из клинических проявлений является полиурия. Полиурия, то есть усиленное выделение мочи, связанное с большой концентрацией глюкозы в крови. Если человек теряет много жидкости в виде мочи, то для того, чтобы избежать состояния обезвоживания, следующим проявлением является полидипсия. То есть человек начинает много пить жидкости. Возникает состояние, которое называется неутолимая жажда. И пациенты с сахарным диабетом пьют очень много, часто, и проявление обезвоживания все равно есть. Их заметно в виде сухости кожных покровов. Теперь посмотрите, следующим проявлением сахарного диабета является полифагия. Полифагия – это постоянное чувство голода. Такие пациенты много едят, несмотря на то, что уровень глюкозы крови повышен. Но мы с вами видели, да, на предыдущем слайде, глюкоза в клетку не проникает. Клетка испытывает состояние голода. Называемый еще раз голод среди изобилия. И поэтому пациентам постоянно хочется есть. И проявлениями сахарного диабета является снижение массы тела. Несмотря на то, что постоянно, значит, эти пациенты едят, повышенный аппетит, потому что клетка должна обеспечить себе жизнь, она должна получать откуда-то энергию, и в организме начинается катаболизм. То есть извлечение энергии из собственных белков и жиров. Таким образом, на это происходит затрата энергии, которая вот сопровождается снижением массы тела. Но основным, так скажем, подтвержденным критерием сахарного диабета является, конечно, гипергликемия. Гипергликемия – это повышение уровня глюкозы в крови. И вот здесь довольно красочно показаны основные проявления гипергликемии и сахарного диабета. Еще раз. Частое мочеиспускание, кожный зуд из-за сухости кожных покровов, постоянное чувство голода, жажда. Значит, нужно сказать, что если глюкоза не поступает в клетки, она не поступает в клетки, прежде всего, центральной нервной системы, без которых эти клетки без глюкозы жить не могут, конечно же,
одним из проявлений этого заболевания является снижение работоспособности, вялость, апатия, сонливость, то, что здесь как раз и показано. И грозным, но это уже осложнением сахарного диабета, является нарушение активности функционального состояния сосудистой стенки. И первое, значит, на что обращают внимание, это нарушение зрения, так называемая диабетическая ретинопатия. Теперь хотелось бы остановиться на факторах риска, которые приводят к развитию этого заболевания. Факторы риска на первом месте, конечно же, стоит наследственная предрасположенность. Статистически установлено, что дети, у которых отец страдает диабетом первого типа, да, то вероятность развития этого заболевания у ребенка составляет около 10%. Если страдает мать, то, посмотрите, меньше, до 2,5%. Если семья, в которой и мать, и отец страдают сахарным диабетом, то риск развития этого заболевания у ребенка, как правило, второго типа, увеличивается до 70%. Но это еще не значит, что сахарный диабет обязательно будет вот у такого ребенка, который рожден в семье, у которого родители страдают этим заболеванием. Если семья знает, да, о своей проблеме, и в такой семье есть дети, то, соответственно, определенный образ жизни и диета могут способствовать тому, что это заболевание не коснется их детей. Это то, что касается наследственной предрасположенности. Те факторы риска, которым подвержены абсолютно все люди, это прежде всего такой фактор риска, как переедание и несбалансированное питание. Несбалансированное питание, которое включает в себя большое количество углеводистой пищи и прежде всего пищи рафинированных углеводов, тех углеводов, которые быстро усваиваются, резко повышают уровень глюкозы крови, что способствует мощному выбросу инсулина. Значит, это фактор риска, фактором риска является избыточный вес, это состояние хронического стресса, малоподвижный образ жизни, так как если много есть и совершенно не двигаться, то энергия никуда не тратится. Ну и фактором риска является прием некоторых фармацевтических препаратов, химических препаратов, ну вот, допустим, определенного рода гормонов, цитостатиков, если нерегулярно применяются, то это тоже может способствовать развитию этого заболевания. Сам сахарный диабет очень опасен и грозен с развитием своих осложнений, так как высокий уровень глюкозы крови прежде всего изменяет сосудистую стенку, и это может привести к развитию сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Как мы уже сегодня сказали, одним из осложнений является нарушение зрения, диабетическая ретинопатия, вплоть до полной потери зрения на фоне сахарного диабета. Это изменение в структурах канальцев непочечных нефронов, что приводит к развитию диабетического нефрита с последующим развитием почечной недостаточности. И еще одно осложнение сахарного диабета – это так называемая диабетическая стопа. Что это такое? Это развитие язвенных процессов, как правило, на нижних конечностях в связи с особенностями трофики, то есть сосудистым, скажем, кровоснабжением тканей. Нарушается это кровоснабжение, соответственно, язвенные процессы. Раны очень плохо заживают у больных сахарным диабетом. И, соответственно, вот такое вот осложнение в виде диабетической стопы, которая уже лечится непосредственно в хирургии. Вот, так скажем, основные проявления лабораторные и клинические сахарного диабета. Теперь давайте посмотрим, что мы можем увидеть на АПК Видопульс, какие основные диагностические критерии, маркеры показывают те вкладки, которые имеются в АПК Видопульс. Но прежде всего давайте начнем с
такого функционального расширения, как меридианы. По меридианам есть изменения, которые вот отображены в трех меридианах. Но прежде всего это истощение по меридиану селезенки и поджелудочной железы. То есть вот он, четвертый меридиан. Истощение. Недостаток продукции, да, гормонов, да, гормональная функция. Значит, следующее – это обязательное напряжение меридиана желудка, третьего меридиана, и, как правило, истощение меридиана трех обогревателей, то есть десятого меридиана, который контролирует эндокринную функцию. Вот сочетание изменений по трем этих меридианов, как правило, имеет место быть при нарушении углеводного обмена. Следующая вкладка – это недана, и вкладки недана обращают на себя внимание изменения субдоши по капха-субдошам, а именно при сахарном диабете будет наблюдаться напряжение со стороны кледака капха. И вот здесь как раз продемонстрировано такое вот мощное напряжение кледака капха. Следующий диагностический маркер, который тоже может навести мысль о нарушении углеводного обмена, это вкладка Недана-Тхату, где мы рассматриваем функциональное состояние тканей. И здесь нужно обращать внимание на четвертую ткань, это Медастхату. Медастхату – это непосредственно жировая ткань. Так вот, изменение ее активности, как правило, в сторону истощения, что здесь продемонстрировано, как правило, говорит об инсулинорезистентности. То есть как раз такой относительный признак нарушения углеводного обмена. Вот такие основные проявления, которые можно увидеть на АПК Ведопульс. Если мы теперь обратимся к основным представлениям аюрведы, то нужно сказать, что в аюрведе сахарный диабет связывают не с эндокринной патологией, а связывают с заболеванием почек. Почему? Ну, потому что мы с вами сегодня уже разобрали, что одним из проявлений является полиурия, поэтому это заболевание вот в аюрведических представлениях относится к заболеваниям почек, так как это приводит к нарушению водно-солевого обмена. Нужно сказать, что в основном диабет – это заболевание типа капха, но в любом случае, даже если эта проблема развивается у пациентов, представителей других типов конституции, то в любом случае капха-доша всегда выходит из равновесия. Значит, что рекомендуется, да, то есть мы можем говорить много о том, что нужно делать при сахарном диабете, существуют определенные, так скажем, протоколы терапии, мы никогда не разбираем в наших вебинарах, да, основные принципы лечения, это не является нашей задачей. Основное, что можно изменить, что, так скажем, в силах любого человека, любого пациента, это изменить образ жизни и изменить диету. И я всегда на вебинарах говорю, что если человек хочет достичь какого-то успеха в лечении, любой нозологии, сегодня мы говорим о сахарном диабете, то все начинается с того, что изменяется образ жизни, то есть режим дня, и меняется диета. Если человек не соглашается на эти, так скажем, изменения в своей жизни, тогда лечение, в принципе, является бессмысленным. Так вот, при сахарном диабете большая роль, конечно, отводится изменению диеты. Диета, как вы видите, молочно-растительная, с исключением рафинированных углеводов, то есть тех углеводов, которые очень быстро повышают уровень глюкозы крови. Их нужно таким пациентам исключить. А тем людям, у которых есть нарушение углеводного обмена, то есть преддиабет, их как можно больше ограничивать, а людям с нормальным углеводным обменом тоже, соответственно, они не должны преобладать в их, так скажем, диете. Молочно-растительное, но мы говорим, что в основном идет изменение по капхотипу. В диете представители капхотипа молочным продуктам, да, особую роль мы говорим ограничивать. Но нежирные сорта творога, допустим, кислый кефир, это продукты вполне приемлемы даже и для представителей капхотипа. Значит, обязательно это наличие овощей,
потому что они дают небольшой подъем уровня глюкозы. И в диете должен присутствовать горький вкус. То есть такие продукты, как грейпфрут и наличие любых горечей. То есть это горькие травы, такие как алоэ, допустим, горчавка, барбарис, то, что вот я здесь привожу в качестве примера. Далее, значит, хотелось бы еще остановиться вот на вот этой табличке, тоже касается диеты, такая прям вот памятка диабетику. Значит, нужно сказать, что можно диабетику, то полезно здоровому человеку. И все продукты делятся в три группы, как вы видите. Первая группа, которые приветствуются, это те продукты, которые обладают низким гликемическим индексом, то есть не повышают быстро уровень глюкозы крови. Это все виды овощей практически, да, здесь вот вы видите, это стручковая фасоль, зелень, шпинат, это грибы, это, соответственно, какие-то напитки, допустим, это может быть чай обычный, кофе, но без добавления сливок. Группа вторая, да, продуктов, вторая группа, это продукты, которые повышают уровень глюкозы, но умеренно. Вот сюда относятся все продукты, то есть это крупы, крупы и злаковые. Вот посмотрите, крупы можно употреблять все, кроме манки и белого риса, потому что ну, эти крупы обладают высоким гликемическим индексом и повышают, очень сильно повышают уровень глюкозы в крови. Что касается, допустим, картофеля. Картофель можно употреблять в пищу, но только ни в коем случае не жареный, не картофель фри, а лучше всего печеный картофель или картофель вот в мундире. Хлеб, конечно же, из рациона нельзя исключить, но это хлеб не из высших сортов муки пшеничной, а наоборот, это хлеб из грубой муки. Если мы говорим о макаронах, то это макароны только твердых сортов. Молоко, кисломолочные продукты, все это можно употреблять, так скажем, в определенных количествах. Третья группа, которая диабетикам под запретом, это продукты с высоким гликемическим индексом, которые сильно повышают уровень глюкозы крови. Ну, как вы видите, это различные пирожные, торты, конфеты. Это газированные сладкие напитки, в которых содержится огромное количество сахара. Это исключить нужно, так скажем, фабричные соки, которые в тетрапаках, да, все любят, потому что в них тоже добавляется очень много сахара. То есть диета. Обязательно должен быть подвижный образ жизни для того, чтобы тратить энергию. То есть вот основные, так скажем, направления коррекции углеводного обмена. Если мы поговорим сейчас о травах, которые применяются при нарушении углеводного обмена, то выделим сейчас те, так скажем, компоненты, которые благоприятно влияют на работу поджелудочной железы и печени, потому что мы видим, что эти два органа находятся в связке с друг с другом при регуляции уровня глюкозы, то, конечно же, на первом месте стоит куркума. Куркума, которая как раз вот показана при нарушении толерантности к глюкозе, особенно ну, то, что мы назвали сегодня преддиабетом. Опять же с горечью, то есть применяется вместе с соком алоэ. И вот хотелось бы остановиться на такой траве, как гурмар. Посмотрите, гурмар переводится дословно как разрушающий сахар. То есть это непосредственно фитокомпонент, который может снижать избыточное содержание сахара в крови. Используется, как видите, вместе с мумиё, либо входит в состав этого препарата. Гурмар – это препарат, который, в принципе, назначается при нарушениях углеводного обмена и снижает, если нет нарушения этого обмена, то он в целом снижает, скажем, чувствительность к глюкозе, снижает чувство аппетита, и может применяться для коррекции массы тела в том числе. Но основное его действие – это действие, которое направлено на понижение уровня глюкозы крови. Вот основные моменты, которые я хотела сегодня рассказать. Еще я хочу сказать, что в прошлом году у нас в рамках наших вебинаров по физиологии
Был вебинар, где мы знакомились с общими представлениями эндокринорегуляции и в том числе затрагивали также функциональную роль поджелудочной железы. Но помимо поджелудочной железы, в рамках этого вебинара мы также разбирали и функциональное значение всех других эндокринных желез. Но сегодня мы разобрали функцию поджелудочной железы более подробно. Я читаю вопросы. Если нагрузку глюкозой заменяют обычным завтраком, результат анализа крови будет соответствовать действительности. Но если тот завтрак, который был предложен пациенту, соответствует эквиваленту 75 граммов глюкозы, то да. 75 граммов глюкозы – это очень большая концентрация глюкозы. И если подбираются те продукты, которые эквивалентны этому количеству, то да, может соответствовать. Но глюкард снижает уровень глюкозы крови. Это индивидуально нужно смотреть, каков уровень глюкозы, я читаю вопрос, глюкард при диабете поможет? В принципе, поможет, но только здесь нужно подходить очень индивидуально. А будет такой же вебинар по надпочечникам? Ну, если есть такие, так скажем, предложения, мы можем сделать такой же вебинар и по надпочечникам. Мы вас услышали, Галина. 6,7. Ну, 6,7, да, это касается преддиабета. Да, это уровень глюкозы повышен. Ну, в принципе, да, должен помочь глюкард. Если вопросов больше нет, я всех благодарю. Всем большое спасибо. До свидания. Приглашаю вас на наши последующие вебинары. Я вас услышала по поводу надпочечников. Спасибо за обратную связь. Спасибо большое. До свидания.